Здравствуйте, с вами Дмитрий. Сегодня я поделюсь своими криптомыслями о новом тестнете и пройду его вместе с вами. Пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Тестнет Оригами. Оригами – это децентрализованный протокол на сети Аврора. Вначале разработчики нам предоставляют для пользования 3 стейблкоина – это USDC, USDT и DAI, и 3 монеты – Ether, Wrapped Bitcoin и Near. В будущем они обещают разнообразить количество монет и предоставить также MineNet. Но на данный момент разработчики сосредоточились на безопасности. Они хотят 1, 2, 3 раза проверить все перед выпуском главного продукта. Нам же интересен сам TestNet. Переходим на сайт TestNet. Ссылку на него я оставлю в описании. Для начала нам нужно законнектить наш кошелек. Нажимаем Connect Wallet, выбираем MetaMask. Кто не знает, как установить MetaMask, я оставлю ссылку на одно из своих видео, в котором рассказываю, где, как скачать MetaMask, как его настроить и как сделать это все безопасно. Но хочу вас предостеречь, сделайте себе отдельный MetaMask для тестнета. Не делайте тестнеты на вашем основном MetaMask, где вы храните какие-то средства. Нажимаем MetaMask. Если понадобится ввести пароль, вводим пароль. Далее нажимаем «Одобрить», «Подключить сеть». Здесь не нужно добавлять сеть вручную, она уже будет добавлена после того, как вы нажмете «Далее» и «Подключиться». Если вы все сделали правильно, у вас появится кнопочка «Faust». Нажимаем на нее, и вам должны на ваш MetaMask закинуть несколько тестовых монет. Подписываем транзакцию, нажимаем «Подтвердить». И ждем. Сейчас должны накинуть. Так, быстро все зашло. Successful. Вы добавили себе тестовые монеты. Далее нужно пройти TestNet. Вначале открываем. Ну, тут одна вкладочка есть. Market. И выбираем монету, которую хотим взять в депозит. Нажимаем депозит. Выбираем количество денег. $100. Нажимаем Approve. Подтверждаем транзакцию. И ждем. Обычно это занимает в районе минуты. В принципе, об этом можно будет написать потом отзыв в Дискорде. Для этого, я так понимаю, проводятся подобные мероприятия, как тестнеты, где люди тестируют всякие функции новой сети, нового протокола, либо какой-то новой игры, оставляют отзывы, и потом разработчики исправляют эти баги перед выходом продукта на массовое пользование. Ждем. Прошла примерно минута. Successful. Далее нажимаем депозит. Опять подписываем транзакцию в MetaMask. Кстати, там можно посмотреть, в MetaMask написано, что нулевая комиссия. Не знаю, это будет постоянно, либо это только на тестовых монетах. Посмотрим. Опять ждем. И успешно. Депозит successful. Далее нам нужно для обеспечения залога только что внесенного депозита взять какую-то монету. Для этого открываем My Account. И здесь есть кнопочка Collateral. Или это галочка. Сдвигаем ее, нажимаем Enable Now. Подписываем транзакцию либо действие в MetaMask. И ждем. Все прошло успешно. Далее нужно взять заем. Опять нажимаем Market, нажимаем, выбираем какую-нибудь монету. Например, давайте сделаем это на Wrapped Near. Нажимаем Borrow. Здесь мы выбираем сумму, которую хотим взять в кредит. Допустим, $50. Слишком много пишет. 40 много и 10 много. Давайте возьмем 8 Near в долг. Нажимаем Borrow. И подписываем транзакцию в MetaMask. Ждем. Successful. И здесь мы видим, в вашем аккаунте появилась такая кнопочка, что Max Market Limit. То есть вы взяли под слишком большой процент, я так понимаю. И теперь давайте этот залог, который мы взяли, погасим. Выбираем мой аккаунт. Выбираем вкладочку Borrow. И выбираем Replay.
И давайте выберем максимум 8 долларов, которые мы брали. Давайте их и отдадим. 8. Approve. Подписываем транзакцию в MetaMask. И ждем некоторое время. Successfully approved. Далее нажимаем Replay. И подтверждаем опять транзакцию. Successful. Все. В принципе, тестнет на этом закончен. Сейчас можно также зайти на их социальные сети. Например, подписаться на Discord, подписаться на Twitter. Я это уже сделал. В Discord там все просто. Проходите на сайт, принимаете ссылку. И нужно будет пройти верификацию, нажать на туалетную бумагу. Сейчас покажу. Вот здесь вот вкладочки верификация, нажимаете на туалетную бумагу, и у вас откроется весь чат. Также можно понажимать еще какие-нибудь галочки, например, нажмем на Беларусь, если я с Белоруссией. Так, и в принципе все. Я еще подписался на Twitter. Здесь можно посмотреть анонсы. Я думаю, что когда они будут раздавать награду за тестнет, они это объявят в анонсе. Ну или же я в любом случае вам в своем телеграм-чате об этом расскажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, расскажите об этом видео другу, поделитесь ссылочкой. Мало кто знает, сколько нам за это дадут, но возможно что-то и дадут. Спасибо за просмотр, до встречи.